Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания, книг Библии. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, спорит ли первая глава книги «Бытия» со второй главой книги «Бытия»? В чем суть этого вопроса? В первой главе книги «Бытия» говорится о том, что животные были сотворены перед сотворением человека. А потом, когда сотворены животные, сотворен человек. То есть человек как бы венец творения, он творится последним. Но во второй главе книги «Бытия» этот порядок изменен. Сначала говорится о сотворении человека, а потом говорится о сотворении животных. Сказано, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Казалось бы, существует внешнее противоречие, но это не совсем так. Первая глава по отношению ко второй имеет такой порядок. Первая глава предлагает нам хронологический порядок событий, жестко выверенный хронологический порядок событий. А вторая глава предлагает нам тематический порядок для того, чтобы правильно расставить для нас необходимые акценты. Первая глава предлагает нам схему событий, вторая описывает подробности этих событий. Первая глава говорит о сотворении животных, вторая глава рассказывает о подробности, как Адам давал имена этим животным. Поэтому, когда мы говорим о хронологии событий, то совершенно очевидно, что они соответствуют первой главе. А когда мы говорим о подробности того или иного события, уже описанного в первой главе, то здесь хронология может и не соблюдаться. Таким образом, когда во второй главе рассказывается о том, что Адам давал имена животным, вторая глава не настаивает на том, что животные были сотворены после сотворения Адама. Она констатирует, 19 стих 2 главы, что Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, а в какой момент здесь не говорится, об этом нам говорит первая глава, то есть до сотворения человека, и привел их к человеку после того, как человек был создан, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ее. Что значит, что человек прям должен нарекать имена животным? Что может означать это символическое действие? Наречь имя в Писании означает покорить своей власти или своей воле, или высказать пожелание по поводу того, кому нарекается имя. Например, мы видим, что Христос менял имена своим апостолам, желая, чтобы их качества, внутренние, нравственные, моральные, менялись бы в лучшую сторону. В Библии описывается, как матери, рождая детей, в неком пророческом озарении давали им имена, которые отражали потом особенности поведения этих людей, то есть это в каком-то пророческом озарении.
Адам дает имена животным в тот момент, когда Бог приводит их к нему. Животные сотворены раньше Адама. Здесь описывается, как Адам в звуке выражает сущность этих творений. Еще древние греки говорили, тот, который дал всему имя, был наимудрейшим человеком. Бог создал этих животных, а Адам, который дает им имена, Адам, созданный по образу Божию, он как бы раздвигает границы творения и сотворит Богу. Бог их создал, Адам дает им имена. В этом раскрывается подобие Богу в Адаме. Есть очень красивое предание древнее о том, что когда Адам дал имена всем животным, Господь спросил: «А как ты назовешь меня?» Адам, недолго думая, ответил: «Ты Адонай». Славянская транслитерация – Адонаи, Адонаи. То есть «Господин и хозяин этого мира». А Бог нарекает человека Адамом. Адамом. Адам означает прах земной, красная глина. И святитель Филарет Дроздов поясняет, что в самом имени Адама и в порядке его сотворения Бог дал ему повод для смирения. Ведь уже было падение Божьих ангелов, которые созданы из божественного света. Они возгордились, и тогда Бог творит человека из праха земного, чтобы в самом веществе праха дать нам повод для смирения. Прах ты, и в прах возвратишься. А в самом имени Адам напомнить о глине, из которой и был сотворен человек. Таким образом, мы здесь имеем не противоречие, а здесь мы имеем как бы две задачи. Первая глава устанавливает хронологический порядок событий, вторая описывает детали сотворяемого Богом мира.